Всем привет, дорогие друзья! Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему собаки едят стоя, а кошки сидя? Почему гудят электропровода? Или где находится Старая Зеландия? Многие из нас наслаждаются жизнью и не утруждают себя разгадыванием подобных шаров. К сожалению, я не из их числа. С самого раннего детства я изводил всех вопросом, когда, где, что и почему. Умение задавать вопросы там, где их не замечают другие, это ценнейшее качество. К сожалению, подобные вопросы рассматриваются нами в детстве, и то не всегда. Но я знаю, что у людей и в зрелом возрасте возникают такие пустяковые вопросы. Но, к сожалению, они не спешат спрашивать об этом других, потому что обычно во взрослом возрасте это считается дурным тоном. То есть, когда ты пытаешься спрашивать какие-то пустяковые вопросы, на тебя говорят, что ты за ерунду спрашиваешь и все в этом роде. Моя рубрика будет направлена как раз на тех людей, которые хотят много знать, но не знают, где найти эту информацию. В каждой рубрике я буду разбирать по три самых интересных, на мой взгляд, вопроса. А может быть, в будущем вы будете задавать вопросы, которые интересуют вас с детства, и я постараюсь вам ответить на них. Итак, это было введение. А теперь предлагаю вам посмотреть первый выпуск моей рубрики. Рубрика «Удивительный вопрос». Хо-хо-хо! Желаю вам приятного просмотра и в комментариях обязательно пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось, потому что для меня это очень важно. Итак, поехали!